В летний сезон предлагаю приготовить компот из щавеля. Кисло-сладкий освежающий напиток утолит жажду в жаркие дни, а также укрепит иммунитет и улучшит самочувствие. Давайте приготовим нетрадиционный компот из щавеля. Рецепт необычен и прост одновременно. Напиток получается освежающий с легкой пикантной кислинкой, а уж то, что он очень полезный, и говорить не придется. Пробуйте, готовьте дома и радуйте родных и близких. Щавель 200 грамм. Сахар 150 грамм. Вода 1 литр. Количество порций 4-6. Подготовьте все ингредиенты. Щавель промойте, удалите стебли и обсушите. Измельчите щавель ножом и выложите в кастрюлю. Добавьте сахар. Перемешайте и налейте воду. Варите щавель после закипания не более 3 минут. Щавель должен поменять свой яркий зеленый цвет на более темный. Процедите компот через сито или марлю. Компот из щавеля готов. Готовый напиток лучше подавать охлажденным, можно с кубиками льда.